Так, ну вот, короче, что я смастерил на данный момент. Получается, труба медная, метровая. В ней сверху впаян холодильник. Вот такой вот спираль. Трубка тонкая медная, закручена спиралью. Это просто воздушный отвод. Потом вот здесь вот так вот наискось вставлена пластина, закрывает большую часть трубы. Здесь вот еще одна пластина медная тоже. Ну, то есть, получается, пары поднимаются. Здесь они охлаждаются. Как там, флегма. Короче, охлаждается и стекает по этой трубе. Ну, по трубе и так. И вот здесь вот они в кармашке вот этом вот. Вот оно такое вот идет. Они собираются. А здесь уже идет трубка, по которым они... стекает спирт, получается, ну, флегма вроде бы, стекает здесь вентиль, он перекрывает, ну, то есть не дает им идти дальше в еще один холодильник. Когда там, ну, как я смотрел, читал процессы именно с такой колонной. Запустил, там она начала кипеть. Брага. Ну и минут 10, где-то 15 ее в перекрытом режиме. Ну, еще ей сделает с этой трубки вход. Вот так вот. То есть, когда перекрыто, чтобы она вот так стекала и сюда. Ну, я думаю, тут немного будет ее оставаться. Если, допустим, когда я открою краник, ну, не полностью там, немного открою, она сбежит там в стакан, его можно будет вылить. Там эти 100 грамм. Так, давайте начнем дальше рассказать. Вентиль шаровый, обычный просто, там, на сколько? На 15. Потом здесь еще одна трубка идет медная внутри. По ней спиралью намотана медная проволока. Ну и подпитка воды. Два отвода. А, но зачем спиралью намотана? Ну, как бы тоже много видео пересмотрел. Завихрение воды, не так просто вода поднимается, а как бы завихрением. Ее лучше охлаждает. Вот этот у меня патрубок, кусочек вставочный, он ничего по нему не проходит, это просто для жесткости, чтобы более жестким был. Сюда еще эту вот трубочку сделаю, тоже медную. По поводу пайки, это капец. Я намучился, и видно по качеству, допустим, вот тут. Не, как бы оно пропаяно все герметично здесь держит. Но есть некоторые там швы, вот, допустим, они нормальные. Ну, флюс я купил плохой, получается. Я его, во-первых, еле нашел у нас в городе, это тяжело найти. Почему-то оказалось. Но нашел самый простой, наверное, самый дешевый. Спирт какой-то, наверное, с канифоли. И он у меня одолел. Я с ним промучился, да, не снимал. Хотел полностью видео снять по пайке, не стал снимать. В итоге я паял, просто кислотой паяльной обрабатывал. Ну и припоем. Так, и вот у меня вот этот переходник я сделал. Вот в этом месте у меня где-то
где пайка идет с нержавейки на медь, где-то пропускает. Но здесь я еще пропаяю по кругу, потому что тут я слабо нагрел нержавейку. У меня баллон закончился с газом. Возьму новый баллон, прогрею. Здесь вот у меня такое вот соединение. Тоже, конечно, немного помучился. Но я его на работе надыбал. Ну так нормально как бы соединение, я считаю. Две прокладочки. Вот такая вот. Сейчас положу. Гайка. Вот это вот с нержавейки. Здесь вот тоже. Это все еще буду шлифовать наждачкой. Просто здесь на сварке, но после сварки немножко подгорело. Саму колонну я тоже наждачкой еще шлифую полностью. И буду пробовать. А, я еще промывать ее буду лимонной кислотой, наверное. Все это промою. И буду, наверное, проверять, что у меня получилось. Будет ли он лучше, чем тот аппарат, который у меня был. Кто смотрит мои видео, мог видеть его. Так что как-то так. Ну, продолжение следует. Первое испытание. Так, вот первый стакан. И у нас градусов. Это колонны.